Всем привет, дорогие друзья, это снова Пол из Австрии. Давно меня не было, и вот я хочу показать вам эту площадку, которую построили для занятия спортом на велосипедах, самокатах и роликах и остальных движущихся детских транспортных средствах. Вот она, смотрите, вот уже построенная, открытая для всех желающих. Вот он, вход. Здесь написано Pumptrack Gänsendorf. Вот он, вход сюда. Вот здесь какие-то правила есть. Видите, велосипеды, самокаты, скейты. Мусоринчик стоит, асфальт постелили. И вот она какая, сама площадка. Вся она асфальтированная. Там значок Райффайзенбанка. Там значок Пора строительной компании. Это моя жена. Да, и весь вот этот газончик зелененький, его не было. Если вы посмотрите на предыдущем видео, где-то месяца два назад, то вы увидите, что его не было. Это они его расстелили, постоянно поливали. И получилась вот такая вот зелененькая травка, которая прижилась, прирослась. И вот здесь вот мы видим такие вот склоны. Травмоопасно. Травмоопасно, да. Ну, а что поделаешь. Вот такое вот. Здесь еще стоят два лежачка. Наверное, для родителей. И там вот поставили такую вот, видите, будку, где можно отдыхать. Где можно от дождя прятаться. Вот такая вот площадка появилась в этом году в городе Гензендорф, Нижняя Австрия. А это был Пол. Всем спасибо за внимание. Чао-чао.